Здравствуйте. Я хотела спросить вас, каким девизом ты по жизни идешь? Ой, все классно. И сейчас слева. Хорошо, как еще вопрос? Как ты справляешься с какими-то стрессовыми ситуациями? И вообще, вот, ну, когда с плохим настроением, да, с какими-то ситуациями, которые несут в себе какой-то печальный смысл. Я спать ложусь, с Матильдой. Какая жизнь? Да, я в любой ситуации, я что-то не понимаю, начинаю, как бы, пойду покушаю и усну. И все, ну, я, правда, перед этим всем позвоню, расскажу, что у меня что-то случилось, иду кушать, беру Матильду, иду спать. Теперь пусть они ворочаются. Потрясающе. Лет 7 назад мы делали в Гринвиче выставку, помнишь? Нет? Не с тобой делали? По-моему, самый лучший вопрос сейчас.